Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Давно не виделись. Урманио, да? Да, это как типа корейский. Да? Аньосио, сразу все. Да, аньосио всем. Смотрите, где мы гуляем. По президентскому дворцу. Ой, здесь зимой еще на коньках можно кататься, смотри. Ты будешь президентом? Президентом? Да. Что бы ты сделал? Первые три шага, три твоих указа были бы, если бы ты стала президентом. Посмотри сюда. Я бы разрешила бы гражданство для этнических корейцев, облегчила бы получение гражданства, потому что, учитывая то, что в стране недостаток уже, как правильно сказать-то? Демографическая яма. Да, демографическая яма. Популяция корейцев падает сильно. И, наверное, бы в первую очередь облегчило бы получение этническим корейцам гражданства. В вторую очередь, наверное, бы благополучные условия создавало бы для людей, которые будут рожать, хотя здесь так и так есть хорошие условия. Сейчас, по-моему, с этого года, то ли с того года выплата беременным сделали 1 000 000 вон. Ой, смотри, под тачки. Вот это. Третий пункт какой? Третий пункт. Да. Третий пункт. Наверное, бы жилье бы ты, наверное, давало бы многодетным семьям, потому что здесь квартиру получить очень тяжело. То есть получить здесь не получать, здесь покупают. Не покупать, точнее. И поэтому многие молодые пары не хотят заводить детей. Жилье даже арендовать здесь тяжело. Хотя бы арендную плату бы как-то помогало бы. В Америке же есть пакет, соцпакет какой-нибудь сделал. А многодетный это сколько? 3, наверное, в наше время. 3-4. Не больше. Если популяцию это делать как-то, чтобы она увеличивалась, надо ее стимулировать какими-то фишками же. Правильно? А то в будущем в Корее никого не останется, одни старики будут. Рыбки плавают. Да? Да, вон, смотри. Где? Вот рыбка, вон рыбка. Ой, да. Они такие серые, плохо видно. Где? Под листьями. Под листьями? Да, под листьями. А, да, вот. Видно в камере? Угу. Мне вот так нравятся вот эти деревья такие. Они на елку похожи, но это не елки. Но очень красивые. Особенно, когда быстрые наряд, они стройные, такие ровно растут, да. И они еще, смотри, они с пиком растут вот так вот. Еще. И стволы тоже очень красивые. Надо летом прийти сюда. Что? Они здесь только что стояли, рыбу ковыли. Это бычки? Не знаю, что за рыбки. Пойдем вон там посмотрим. Ой, тут. О! Тебя любят? Тебя любят, да? Да. Огромное, смотри. А как рыбачить можно, что ли? Рыбик стоит. Ну, может быть, человек, который здесь работает, он иногда и рыбачит. Почему бы нет? Слишком много здесь, да? Где-то будет. А чем они кормят их? А, есть какие-то рекорды? А я не поняла, зачем такой большой зал резиденции сделали? И одни картины здесь стоят. Просто выставка картин, что ли? Что он делает? Алкоголь разливает, что ли?
Типа запрет алкоголя было когда-то? Я думаю, что ты знаешь, что ты будешь традиция, знаешь, алкоголь раскрыто. Открытие типа? Вон, переведи. О чем это? Ой, у них лица как будто прям 3D-эффект. Выпуклые как будто. Чё, о чём? Открытие сказанной автомагистрали. А? Открытие автомагистрали? Да. Президент Пак Чон Хи. И он... А, это как... Этот шампанское бьют в этот... Как его? Корабль. В корабль. Об корабль, да. Это то же самое получается. Это он в Араб... Эмиратах. Это что, только одному президенту посвящено? А у него же лицо одинаковое, нет? Не разное? Ой, у меня был такой стол. Мы его выкинули. Когда переезжали. Блин, у них лица как будто реальные, они не нарисованные. У него нос такой красивый сделали, куроносенький. Это он... Объединение наций, что ли? Мы вот так вот переводим, когда языка не знаешь, Google переводчик в помощь. Достижение президента Нот ХУ. Что-что? Достижение президента Нот ХУ. Что за достижение у него? Краеугольный камень северной дипломатии. Краеугольный камень северной дипломатии? Да, он очень, видимо, хорошо ладил с Северной Кореей. Как флаг Северной Кореи, там все есть. А где Северной Кореи флаг? Советский Союз флаг, я вижу. А где Северной Кореи флаг? Я не знаю, как он выглядит. Да. На российский со звездочкой? Похоже. Красивые картины нарисовали. А тут как будто в картинах картина. Смотри, если присмотреться, на пиджаках видно людей, на лицах тоже кто-то есть. И еще наложение эффекта. Типа много-много людей. Да. Да. Такие сочные картины. Да? Да. Разные техники делать можно, видишь? Выпринты. Тут видишь, описание вот этого всего по номерам идет. Каждая картинка по номерам получается. Что к чему, когда было. А здесь интернет-кабель проносили, походу, да? Вон, видишь, кнопка YouTube. Интернет-кабеля стоят. Глобализация. Нобелевскую премию получили за что-то. Такой вот зал посвящен. А вот здесь можно вот так сесть, оттуда сфотографироваться, как рамочка. И здесь встречу организовывать. Президентская машина. Дорогой, садись в машину. Не хочешь? Иди сюда тогда. Я всю машину хочу. Тут он ворширует парад тут.
Можно садиться? Почему нельзя? На территории резиденции есть вот такое вот водохранилище-озеро. Это озеро или водохранилище, дорогой? Водохранилище. Вот такая здесь природа красивая. Обожаю весну в Корее. Самое красивое время года. Одни цветочки расцветают, потом другие появляются, да? Везде цветочки цветут, зелени много. Вода красивого цвета, такого изумрудного, да? Ну там как ковер, цветочки, как ты любишь, Азалию. В виде сердца, наверное, хотели сделать, и не совсем получилось. Или не выросла она. Так. И здесь эти чинары обрубали, смотри. Это администрация нашего города, такое именно чинары так сделали почему-то. Канадский клен, да? Вот, это вот это дерево, да? Молодое, которое, ты сказал, 70 метров вырастает. Которое мне нравится. Оно, оно! А? Нет, а я уверена. Как ты сказала, оно называется? Секвоя. Секвоя? Вот это оно. Видишь, как елочка, оно потом будет расти вверх. Пышная, пиком становится. Вон там она посажена вдоль дороги. Давай, зови подружку свою. Какую подружку? Ну, как ты умеешь, давай, со животными общаться. Где-то вон там была птичка. Она улетела, да? Она испугалась, наверное, думает, кто тут меня передразнивает. Она же так звала? Нету, никого не вижу. Надо было заснять, она мне ответила. Где она там? Ты что так радуешься? Не знаю. Ой, она мне понравилась. Да? Да. Уходи. Осторожность. Кстати, да, хорошее место. Хорошее место, да? Да, и качельки тут есть. Угу. И компанию можно снять. Сейчас надо все-таки принести, чтобы... Угу. Там мысли выставить, например, вот это. Мангал? Или туалет? Че? Че? Какая зверюшка? Ящерица вот такая. Лошадь, серьезно? Да. Где? Она испугалась, но меня тоже почти. Конечно, так орать. А? Конечно, так орать.
сторону пробежала. Угу. Никогда сюда это пробежала. О, вот такая, еще голова вот такая была. Угу. Меня зовут. Походу здесь я заброшена, да? А, здесь вода была. Ой, здесь бамбук, смотри, растет. Ну вон, вон. Кто там бегает по листве? Птичка, птичка. Воды нет больше. Давай дома тоже такой заведем. Блин, надо вообще, знаешь, лилишки, дорогое дерево. И у тебя все засыхает. Если ты не знаешь. Ой, еще и черешня сакура была здесь, смотри. А нет, это персик. Не трогай. Почему мне нравится? А это гранат. Да? Нет. Ты снимаешь меня, да? А это роза, походу, да? Вот это точно этот. Персик либо этот. Яблоня. Смотри цветочку. Она цела. А, ну крыника, красная. Красные и белые цветочки. Интересно, да? О, вот это да. Вообще. Блин, видишь, в прошлый раз ты мне сказал, давай купим цветы. Они померли. Давай купим елку, она померла, видишь. Это тоже помрет. Красиво же. Я хочу такую. Трогай, трогай. А? Нельзя трогать. Можно трогать, а не трогали же. Почему мне нельзя трогать? От тебя умирают цветочки. Он тоже красивый. Тоже, смотри, гибрид какой-то сделали. Листья разные. Угу. Ой, здесь вообще плоды есть, например, это яблоня. Или что это? Интересно. Панча. О, сколько много здесь, а? Вон там мой хочу, который я хочу. Пойдем, я тебе покажу, какой я хочу. Давай. Домой. Ты не жалко дерево, которое сдох? Жалко, но я не виновата. Как ты не виноват? От чего он умирает? От тебя, наверное. Нет. Плохая аура. Ага, конечно. О, можно позвонить. Угу. Или такой, смотри. Вообще, смотри, они... Из ракушков они сделали. Не трогай. Ой, это живые вообще? Конечно, живые. А покушали? Нет. Короче, я вот такого хочу. Не трогай. Это кактус, походу. Да. Давай вот такой заведем. Смотри, как красиво. Угу. Это прям человек делает сам, да, получается? Да. Я до хая до тут чару. Хайони. Ну-ка. О, ракушки красивые, да? Да. Ну-ка, дай посмотри. Чё? А если это умрет все? Не умрет, не умрет. Ну, вот тоже красиво вот зеленый. Вот этот, да, зеленый тоже очень красивый. Это какие-то эти? Как? Нет, смотри, смотри, сюда иди, иди. Мне это нравится, смотри. Как елочка такая красивая. О, боже. Да? Вот арк, арк. О, нет, 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 туда смотри. Пойдем туда. Ставка. Да, это уже похожие, похожие. Это, смотри, разные. Смотри, вот интересно, как сделали. Как птичка. Да, смотри, разные они еще. Это купить можно? Ну, наверное, да.
Сколько стоит? Подожди. Какой кораблик смотрю? Ну, блин, они дорогие. Думаешь, дорогие они? Да. Это из пенопласта в виде камня сделали. О, скала. Торт. Ой, там картинки. Ай, стой. Такую картину хочешь купить? И теперь приближайся, и она как будто много-много этого. А издалека как женщина смотрится. Еще я вот эту картину хочу. Любовь до гроба? Да. Мне нравятся такие эти. Вот эта картина нравится. С обезьянками? Да, не слышу, не вижу. Что это за фаллос? Не знаю, мне нравится. Красиво? Красиво, но Рома... Рома? Ты это улыбишь за месяц. Я потом хочу вон там вот этот вот розово-белый, фиолетово-белый, а там белые есть красивые. Да. Какие-то мои разные цветы, да? Mm-hmm. И скорее. Не, они еще каким-то образом гибриды делают. Это же часть бамбука, часть чего-то еще. И вот эти вот сидят, походу, авторы. Это реально можно купить, наверное. Это выставка. Они так еще умудряются, так красиво все делать. Да. Это как называется? Я забыла, это вид искусства. Бонсай. Нет, это не только бонзай, это или это бонзай. Ну это маленькое карликовое растение, да. Искусство с карликовым растением. Не только это карликовое растение, я имею в виду, этих угодных. А еще сами вот эти вот инсталляции, когда вот на таких вещах делают вот так, вот разные уровни, разные растения. Поясница. Типа, вот это не знаю, что такое. Фу, воняет. Подкот. Подкот. Не хладись там стать, а? Вот это все делаешь. Ой, да. Корягу находишь и по-своему ставишь туда растение. Ну, тут видишь, как лишки этот. Вот он, птички, это имитация птичек, наверное. Да. Вот это называется. Нужно фантазию свою, чтобы была. А мне что, фантазии нет, хочется? Ну давай. Видишь, два. Ну у тебя что-то все растения дохнут на лишке. Мне кажется, с флористом будет тяжело тебе. Да, надо растения любить. Я люблю их. Я люблю. Кушать? А вот смотри, он еще не раскрылся. Лишки здесь два. Где два? Еще тут. Я вот это точно хочу домой. А вот твоя красивая какая веточка. Да, очень красивая. Вот этот мне больше нравится почему-то. Здесь вот там сердечко сделали. Ой, вот этот прикольный цветочек. Ой, вкусно пахнет. Ой, не пахнет. Какой? Избитой посуды сделали. И это избитой посуды. Да. Ой,
вот здесь еще не раскрылся, смотри, будет раскрываться. Ага. Чтобы... Вот, смотри, с камешка слепленный. Да. Это прям елочка. А как они так сажают елочку, чтобы она прям росла таким образом? Так вот. Или это временно? Она же долго может в таком состоянии быть? Да. Может просто в камень так. Смотри, птички. Мама, папа и маленькие птички. Да. Птенчики. Это как мой тут, наверное, будет, да? Как орхидею я купила, а потом она сдохла. У них-то растет, а у меня дохнет. Я, блин, не знаю, что с ней так. С ней все нормально, что с тобой, Лили? Да. Вот где вот сердечко, давай, вот сердечко. Вот они, птички. Все, пойдем. Пойдем? Да, купишь мне цветочки? Уже покупал же. Нет, я хочу вон того. Вон этого. Вот, это, наверное, очень дорогие. Уродец, но очень красивый уродец.